Турецкие ВВС совершили налет на сирийский Африн. По данным отдела здравоохранения города, жертвами авиарейда стали по меньшей мере 3 мирных жителя. А всего за 10 дней боев погибли 86 человек. Около 200 получили ранения. Гуманитарная ситуация в Африне ухудшается с каждым днем. В больницах, куда ежедневно поступают десятки раненых, не хватает лекарств и перевязочного материала. В свою очередь, Анкара сообщает о том, что в результате ракетного удара сирийской стороны по турецкой территории погибла 17-летняя девушка. Еще один человек ранен. Турция начала военную операцию в районе Африна, где проживает 1,5 миллиона курдов, 20 января. Курдские силы народной самообороны, которые ранее сражались с боевиками ИГИЛ, Анкара считает террористическим образованием.